Всем привет! Сегодня мы клеим багеты. Багетик, такой маленький багетик, который будет закрывать стык между стеной и потолком. Такая необходимость, потому что вначале хотели вообще делать без багета ванную, вот, но потом решили все-таки с багетом будет красивее. Багет у нас самый такой простейший, маленький, без особого узора, то есть он выпуклый, идет. Клеим мы на вот этот стиропор, вот, делал его Прибалтика. Очень хороший клей для пенопласта, то есть он все багеты просто намертво проклеивает, и не нужно мучиться, как раньше мучились со шпаклевкой. В принципе, тоже на шпаклевку нужно клеить, и достаточно хорошо. Но есть стиропор, значит, клеим на стиропор. Это самый важный такой момент. Ну вот. И такие вот багеты, в принципе, зачастую можно подрезается он под углом 45 градусов. Вот. И если есть у вас тусло, на тусло нет, есть торсовочная пила. Поэтому мы обрезаем торсовочной пилой. Но вообще, по большому счету, тусло можно тоже обрезать. Единственное, что с туслом не всегда получается красиво, ровно. А здесь 45 градусов поставил, и все, и забыл. При стыковке мы обязательно тоже промазываем клеем, для того чтобы при соединении, даже если есть легкая щель, вот оно его выдавило, клей, вот, и щели не будет тогда. Не сильно прижимаем. Вещь деликатная, надо с ним быть аккуратнее. С пенополистиролом, конечно, все намного проще, он жестче, но он в разы дороже. Вот здесь вот этот клей мы сразу убираем. Вот по завершению наша работа. На этом все. Всем спасибо и всем пока.